Принцип одного окна, как он задумывался изначально, начнет работать в полной мере с 1 августа. В Ивановском многофункциональном центре на улице Лежневской уже готовы к работе 4 окна, где прием будут вести универсальные специалисты, которые смогут оказать 15 видов различных услуг. То есть один сотрудник сможет помочь гражданину в выдаче или получении документов от различных ведомств. Занимать несколько очередей в МПЦ не придется. Эти сотрудники, как универсальные специалисты, прошли обучение в ряде федеральных органов власти для того, чтобы оказывать услуги этих федеральных органов власти. Рабочие места были укомплектованы специализированным программным обеспечением, были построены защищенные каналы связи для обмена документами с федеральными органами власти. И уже с 1 августа мы готовы оказывать первые услуги, в частности, Росреестр, как наиболее сложные услуги. На подготовку специалистов широкого профиля ушел целый месяц. В перспективе по-настоящему универсальными в этом МФЦ должны стать все рабочие места, а их 30. В данный момент осталось только решить организационные вопросы по выдаче документов, связанных с бланками строгой отчетности. В МФЦ будет не только прием документов по регистрации права собственности, но и выдача документов. Вот именно вот эти процедуры нам сейчас необходимо решить с помощью управления Росреестра, который нам очень помогает в этом вопросе. Вот. И приступим. К 2015 году многофункциональные центры области будут оказывать до 70% госуслуг. Власти обещают, что близкой к 100% эта цифра станет в 2018 году. Любовь Почерникова, Андрей Смолков, РТВ Иваново.